Дождались. Жители нового аварийного дома в местечке Калиново писали во все инстанции, чтобы власти поняли, их жилье, хоть и новостроя, проверку холодом и осадками не выдерживает. Дом, по рассказам жителей, построен с нарушением всех технических требований. В стенах щели, неутепленные подъезды промерзают. В квартирах плесень и грибок. На место с проверкой выходили специалисты фонда содействия реформированию ЖКХ и обнаружили ряд нарушений строительных норм и правил возведения многоквартирного дома малоэтажной застройки. Недостатки помещений в ближайшее время должны быть устранены. Напомним, администрация Ивановского района подала иск в арбитражный суд на подрядчика строительных работ. Сегодня по тем плану замечаний, которые возникли, в ближайшее буквально время, дни, можно сказать, будет начата работа по устранению тех недостатков, которые есть. Мы надеемся, что вот с следующего этапа 2013 года, который сейчас программа идет, мы совсем иначе обеспечим качество построенных домов, и термин «новые аварийные дома» в Ивановской области звучать не будет.